Окна ПВХ, которыми застекляется балкон или лоджия, максимально прочны и долговечны. Это подтверждается характеристиками материалов, из которых они изготовлены. Подробнее об этом и о других критериях качества пластиковых оконных конструкций и термолоджии узнаете прямо сейчас. Чисто, красиво, тепло и столько пространства. Так просто и емко можно сказать о современных термолоджиях. Сегодня мы в гостях у Надежды Федоровны, которая сравнительно недавно сделала себе балкон под ключ. Обратилась в проверенную крупную производственную компанию. Ей установили надежные и герметичные окна ПВХ, утеплили стены, сделали облицовку всего балконного пространства. Заказала я 8 февраля, 22-го мне уже начали монтаж. Мальчики все разобрали, и там 23-й выпал выходной, а 24-го они пришли, доделали. Мне понравилось, что это быстро очень, чистенько было все, они все весь мусор за собой убрали. Ну и аккуратно все сделали. Также установили встроенный шкаф, который нашей рачительной хозяйке особенно нравится. Все аккуратно расставлено по полочкам, не пылится и не захламляет балкон. Кроме внутренней облицовки, облагородили фасад. И еще один приятный момент. Ну мне подарили этот бонус, мне был это, и дали сертификат. Я хочу поставить вот сюда жалюзи, 3 жалюзи, поэтому используем обязательно сертификат. Высокий уровень качества проделанных работ, а в частности окон ПВХ, выражается не только в долговечности, прочности, но и эстетике. Согласитесь, термолоджия выглядит намного эффектнее, чем обычный простой незастекленный балкон. И еще о нескольких преимуществах. Здесь тепло, и за термолоджией легко ухаживать и поддерживать чистоту. Кроме того, что крупные производственные компании используют современный с гладкой, непористой поверхностью профилем, что облегчает уход за окнами и сохранение первоначального белоснежного цвета, они постоянно внедряют свои разработки. Это образец, показывающий узел монтажа. На нем можно посмотреть, чем будет отличаться обычный монтаж от узла монтажа по ГОСТу с технологией сдвига от четверти. При таком узле монтажа окно сдвигается от этой внешней стенки, от четверти, чуть в более теплую зону стены. Размер этого сдвига зависит от типа дома. Далее здесь прокладывается специальный утеплитель, обеспечивающий пароизоляцию, защищает монтажный шов от разрушения, от опасного воздействия внешней среды и дополнительно также утепляется. И уголок ставится у нас с полкой внутрь, так как никаких саморезов здесь нет, к профилю ничего не прикручено. Все очень красиво. Само окно тоже, оно не ставится прямо на бетонную плиту. Оно приподнимается при помощи специальных подставочных профилей, которые приподнимают окно от бетонной стены. И также поддерживают и подоконную доску, и отлив. Это усовершенствование также необходимо для большего сохранения тепла и обезопасит ваше окно от образования трещины между подоконником и профилем. Спонсор программы – комплекс домашних решений компания «Махаон». В апреле скидка на термолоджии 50%. Выезд технолога на дом бесплатный. Выставочные залы «Махаон» в каждом районе города. Звоните прямо сейчас 228 70 88.